Мы начинаем маршрут на Хальцельмон, 28 километров. Нас сегодня трое, маленькая дружная компания. В программе Магальцельмон, монастырь Нетуфа и источник Эннетуфа. Вот наша новая техника. Ну все, выезжаем. Как всегда, все выезжаем. Первый раз, я во второй раз. Но не выезжаем. Страшно, что для друзей не сделаешь. Выезжаем. Уже цену набивает. Да, да. Еще не выехали, а же дальше будет. Да, как? Давай, ну да. Все, все, поехали. Это у нас что, Илюха? Зайти? Сейчас будет лучше рощи дальше. У меня хорошо получается. Вот это озеро, оно рукотворное. Здесь проходит мобиль Арци. В него впадает и с нее выходит. Очень красиво. Голубая, такая приятная вода. Мы в старой оливковой роще. Надеюсь, видно. Оливки в самом соку. Вот по этой дороге мы приехали, и по ней едем дальше. А это вот зубоскалы, которые едут с нами. А зум на что? Спину, готовы? Да. Улыбочку. Готово. Давай тебя, покажи, как нажимать. Вот этот вот ствол. Вон ствол, этим стволом по 400 лет, а то и больше. По-моему, я думаю, человека 3-4 только с трудом обхватит вокруг. Вот это не самый толстый ствол. Вон там есть намного толще. Это 3-4 поколения арабов. Арабы долго не живут, мы им помогаем. Вот подъем на Нетуфу. Вверху монастырь. Надеюсь, мы его заслужим. Нетуфа вверху. А по сторонам тут чудесные виды. Мне здесь хорошо. Ты еще не видел, как мы пойдем за углом. Поэтому я не хочу видеть. Подожди. Илья кушает инжир. Дары природы. Отсюда вид классный. Видите, вид открывается. А вон это озеро, по которому мы это ехали. Где? Вон наверху, вон там. А, вон на том холме? Да. Вот отсюда. Нам еще здесь все спуститься, а потом туда подняться. Тут красивая дорожка какая-то. Вот монастырь на размере, вы его видите, можно сравнить его с человеком. Очень маленький. Смотрим, что там внутри.
преодолели тяжелейший подъем. Тяжелейший подъем, заработали обед. В погодных условиях. И заработали такой вкуснейший обед с чистой совестью. Нам не впервой. Обалденная панорама. Нам туда, да? Мы забрались вот на эту сумасшедшую высоту, даже не верится. А? Такие красивые ровные сельскохозяйственные угодья. Это мобилярцы. Интересно, это можно спуститься? По-русски это будет водоканал. Водоканал. Очень красиво издали, не разглядишь, похоже на дорогу. В таком красивом месте. Сейчас мы будем туда спускаться, вот по вот этому спуску. Да, до него спустим. Ох, Илюха, козленочка. Холодная, встанешь. Хорошая. Ой, хорошая. Козленочка встанешь. Терпи. Ой, хорошо. Вдалеке показалась Кинерет. Преодолеваем непреодолимые ворота.